хули он труп. А, блядь. Алло, меня ФБР окружают. Они за мной бегут. Ответим. Он меня на мотике. Я слушаю, он, блядь, молчит. Снимите этого дауна, француз, сними, у него он меня на мотике кидает. Ничего не видел, не знаю. Ничего такого не было. Что, ты позвонил? Тебе позвонил? Ответь, Гранд. Он говорит отыграть в слэш-ду, что якобы я говорю в телефон. Как это, блядь, отыграть? Типа текст именно сам. Смотри, смотри, слэш-ду, квадратный ход. Опа, ход, вот это вот уже заявочка. И телефон. Я вот тогда он даже оружие не отыграл. И двое эти там. Я все сделал ПРП, ему сказал, поднимай руку. У тебя не стрелял. А ты его деймишь. А когда Граунд Смит у нас же был, блядь? Так у нас не было никогда, блядь, ты это там, лидер ФБР. В руках был Граунд Смит. Ну так он сидел, блядь. Так он мог это, переодеваться. Ты чё, дурак? Я тебе уже говорил, что Граунд Смит это просто переодевшийся ФБР. Три раза я тебе это говорил вчера. Ты чекай его по мембурсу, понял? В мембурсе его нету, всё, ебать. Сейчас. Так ещё он не брат... говорю, у нас, блядь. А сейчас звонит уже нас. Так он, блядь, так это вообще бред ебаный. Первую и... хуйня. Ответил. Он ответил, блядь, он трубку сбросил. Ого, он прослушку установил. Он тупо увидел, где ты, и едет уже с тобой. Ты где, Паша? Заебал ты, Данил, блядь, тупорылый баран. Уберите его наружу, он меня стреляет. Уберите свое печенье, пожалуйста. Я не видел, где он тебя стреляет? Вот, он со своим говном бегает по моей машине. Еще раз номер запомни. Он а что не будет, если я проникну в ФБР? О, говно это с миниганом, который с этим говном. Опа! Это не он, успокойся! Я им дал команду его бить, потому что нефиг я могу приходить ко мне и нести херню. Пусть его я убивают. Я тебе сказал, что нахуй, да, я тебя вызвал на двое. Ты можешь так не влетать и мне не сбивать 30 хп, пожалуйста? Так получилось. Дебил в зеркале. Видишь, у нас разборки идут, так вы чё? Я влетел на разборку, смотри. Успокойтесь, Паш, чё случилось? Давай, я тебя слушаю. Кто базарил? Кто? Ты? Завалить, блять. Здорово, ребят, Паш. Всем. Привет. Привет. Всем шалом. Здорово, мусульмане. Привет. Короче, ты чё не совсем попросил, у него чемодан, у меня бабки прячут. Боря. О, да я тоже поклянчу, подожди. Ты дашь мне, если я поклянчу? Да, он ответит, ты ответил ему? Да вот, ты сегодня. Вот, отвечай. Ожидание судебное закрыто. Я добился. Блядь, гандон. Ноль. Я спрашиваю, Андрей, заседание пишет, открытое? Там нет, там надо Яна, ты где? Ты ПД заходить. Чё сейчас будет? Оп. А Ян только что сбил на фрапс, я видел, все, я кидаю. Что я сбил, ты даун, что ли? Ты сбил прыжок. Отвечай, короче, типа... Это сбив? Да, я просто, скажи, я типа... Я просто не отдал сбив. Завалите, дайте мне нормально сказать! Ёбан, ну! Скажи, а Боря, что типа, я так и так нахожусь в... там и там. Надо мной происходит судебный процесс. Уже, дальше что? Все, на этом хватит. Типа, у нас теперь есть инфа, и мы можем собирать составы. Типа... Все, заебись. О, Боря, Паша, сделайте скрины, желательно этого, чтобы была, что типа, если предъява, у нас есть скрины этого, и собираем составы, то есть, вначале, Паш, Боря, сейчас все отыграем, чтобы красиво, иди сюда, ко входу в особняк, скажи, типа, мне звонил Савелий, и говорит, типа, его мусора повязали, фастом все делаем, чтобы вот чисто отыгровка, чтобы не доебался этот Осборн, вот я тут. Давайте мне это самое. Теперь, так как у вас есть ПРП инфа, вы С, вы можете собрать смело моих своих, абсолютно всех, кого угодно. Мы сейчас все доложим это, скажем Янику, он как раз тут недалеко. В общей сумме правительства и ФБРовцев здесь человек будет около 15, не считая сват. Да мы их этот, мы их конвой будем забирать. Что мы гасить будем? Я сам. Сейчас мы будем гасить ФБРовцев. О, я с вами, пацаны, гостики, люблю гостиков, любить гостики. У нас, короче, составить гостик такой деревянный, бля. Гостики. Это я?
Я гость. У нас гость. Привет. Так, кто гость стоял с ПНС ФПД на Аризоне? Все, это работаем. Один... Работаем. Что это за парни? Что это за парни зашли? Все, работаем, а куда мы идем? Сейчас, подожди, что... я сейчас Диме говорю, и вы собираете состав. Собирается сюда русский, мафия, да, Захар Браток, я бригадир, но... Паша, мне надо бы полететь. А как ты думаешь, если вы ПРП узнали, что я в тюрьме, я уже позвонил и сказал, что меня будут конвоировать. Типа, как ты думаешь, надо собирать, ебашьте. Слышь, Ян, садись, полетели твоим, скажем. Я а, только да, маски да, надевайте и оружие отыгрывайте, вообще сейчас, все. подождите, су... Да а, вот можно вопрос, вы не додумали, что они могли на вертолете тупо транспортировать, блядь, Савелий, нет? У меня самолет есть, пацаны, есть вертолет, алло, привет. У меня самолет есть. Будем нахуй я на ним... вертике, я блядь, вертолет ебашу, я да? Таймлю, тоже скрин есть, все, мне до пизды. Все, едем собирать противник этот. Я пиху всеобщий строй. У меня самолет есть, пацаны, не очкуйте. Паша, мы... Самолет? Самолет летишь, что его взорвёшь? Было от лавы, ответ 0 получил. Доказательства не скинут мне. Это Ваня пишет. Короче, идем, тут машина рядом, идем. Все, работайте, собирайте свои составы, мы собираем свои. А просто ответь мне на мотоцикле и все, что ты херню занимаешься. На каком мотоцикле? Первый ранг, блядь. Ты тупой даун, Дмитрий Калашников, умри от спида, баран, дебил. Умри от спида, баран. Три раза передавил, вот нормально это? Паш, нормально, что ты положил патроны в свои багажники? Как нам терять патроны для состава? Подожди, Ника. Пацаны, купите, блядь, купите я вам деньги потом дам, ёбашим. Что купить? Да, работаем так быстро, надо все выгадывать. Паша, купите оружие. Купите, у меня денег хватит вам всем потом отдам. Маша, ты мне просто так денег отдашь. Паш, ты меня выиграл. Тихо. Паша, мне нужно... Собрание в особняке сделал, нахуя строим. Паш, ты не выгнал, пожалуйста. Я пойду закуплю бомбу. Я кидаю скрины. Я кидаю скрины. Боря, скинь мне свой скрин того, как Паша тебе звонит. Паша. Ну что? Сними мне выговор, пожалуйста. Ты ебанутый, нахуй, человек на голову. Я расформироваться сейчас могу, нахуй, весь состав, блядь, ты мне выговор, ты ёбнутый, блядь. Что? Мало. Ты чё, блядь, кто тебе нахуй, нахуй отсюда выйди? Всё. Здорово. Сейчас, у меня пропадёт это зашёл? Работаем быстро, все собирают составы, фастом. Сейчас я соберу, стой. Андрей, пропишите по этот, собираем состав на парковке, собери, я поеду этот. У кого фонит? Еще соберу народа. Сейчас будем, короче, разъебывать братья. У меня еще банки от до сих пор висит. Так. Ну 5 минут это ж мало, мой много слишком. Макс, у нас мало времени сейчас. Говорите сколько хотите, главное, чтобы было все это. Наша крыса, находящаяся в безобидном ателье, выяснила то, что все кажется не так уж и безобидно. Само ателье, в частности, Савелий сотрудничает с мафией, а именно итальянцы. Андрей, пожалуйста, вазелином, я тебе говорю. Как ты завалишься? Присутствует доказательство того, что Савелий большим количеством владеет большим количеством наркотиков. Заебись. О, Савелий, ты что, наркоман? Я, короче, выезжаю к Дарью. Ну, сразу складина на нуле находится. Короче, сейчас мы достанем еще братишек парочку. Не составы этот. Лим, не задавай глупых вопросов. В багажниках все. Андрей, сразу набери масок и мне возьми. Можете вам купить оружие, блядь. Всё, я попасть стоп, в вам. Савелий, а где твои машины с наркотиками? Надо пыту всё делать, оперативно работаем. Не говори, Паш. Твои машины с наркотиками на респе, правильно? Боря, ты мне скинул говори, скрин? Говори, Паша. Да. Всё, сейчас мы тогда я накидаю у Вани этот, чтобы это получить разрешение. Это не нужно почистить. Бля, пацаны, слушайте, короче, у них тут пизда такая. Они, короче, выпустили патруль, и, ебать, они теперь патрулируют, тупо весь амфиеры катаются. Если что, они, блядь, тупо докладывают. Чтоб они машины не нашли, просто это заспал их оттуда. Может, мы хоть знаем, пацаны? Может, знаем? Сальвадорка, вези меня в этот, спорткарту, в варбрейку. Вадим, Григорий, на тут прокат... Ой, на...
Я не так сделал. Я ненавижу скрины в Дискорде копировать. Дядя, не упаши, корпорация, не упаши. Копировать ссылку надо. Паша, кумашка, ты так. Тише, сделай, иди сядь туда. Копировать ссылку. Если меня сажают, не, баню. Не, копирую. Ребят, представьте себе, на каком уровне происходит срач между админами, что главному следящему за ОПГ не предоставили никаких доказательств. Если меня садят в тюрьму, я выхожу на улицу, перекуриваю, прихожу и устраиваю джихад. Хамду Аллах. А сосиску в тесте у меня будет время сделать, Паша? Сосиску в тесте у тебя будет время сделать. Я покажу им, сука, настоящий джихад. Я покажу им настоящий джихад. Где ты их вообще берешь? Так. Раз, два, три. Ого, сколько тут стоит? Пять. Данила Маклай, бабки. Ну, пяти Паша дебилов, я думаю, тоже, блядь, дебилов. Все, деньги закончились. Пацаны, передайте друг другу деньги, я отдам всем, сколько у вас было. Купи мне, пожалуйста, оружие, купи мне оружие, я забыл лицензию. 250 эмки. Если что, сразу, если что, сейчас эмки куплю сразу. Как вы скрываться собираетесь? Перестрелки с огоньком. На машинах. На дудошке. Все, Ивану я отписал. Я же не зря купил самолет. Вот смотри, я приказал Трещецкому в нацгвардии украсть стабилизаторы от самолета F-15. Вот, подожди. F-16, дурак, говори. Да, в том и дело. Ребят, ну что вы перебиваете? В том и дело, он сейчас лидер. Во-первых, истребители F-16, во-вторых, схемы стабилизации. Поэтому только что он проебался по полной нахуй. Ты где эти слова выучил? Это мой батя. Да. Короче, отрабатываем по фасту. Да. Андрей, не забудь мне маску взять, окей? И в броник. Я взял. Меня нету. Наставил на заключение по стражу сроком от 20 лет. Ой, парни, тебя это цветочек, ты как бы на зоне уже как бы входы 5 отмотал. Паш, я отмотал больше, чем кто бы то ни был. Тебя там темную, конечно, сделают. Нет, мы сломаем им все. У кого браузер? У кого открыт браузер? Существуют ли самолеты F-15? Посмотрите. Да, это перехватчики, по-моему. War Thunder играл, там такие самолеты были. Я говорил про F-16, он говорит мне F-15. Макдональдс F-15 Eagle. Макдональдс Дуглас F-15 Eagle, американский всепогодный истребитель 4-го поколения. Спасибо. А F-16? Тоже. Не Макдональдс, а Макдональдс. General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Тоже перехватчик какой-то. Истребитель. И, короче, все эти этот. F-16 жесткий. У нас очень будет мало времени все это делать, так что стоп. Работаем. Хорошо, поскольку на данном заседании рассматривается дело Савелия Калашникова, дальнейшие действия будут рассматриваться на другом заседании. Что это значит? Суд его переносит. Не переносит, а типа не один суд будет, типа они могут решить проблему. Куда ты меня везешь, вези меня к Савелию. Мне кажется, это уже слив начался. К особняку, пацаны, к особняку. Потому что как только мы согласовали уже все, и резко суд переносится. А где тебя суд проводится, Паш? Короче, что мне это? Плевать, мы вырываемся в ФБР, у нас есть инфа, все. А, кто-нибудь этот, встаньте в тачке, кто-нибудь в тачке. Один чувак в тачке, встаньте, пожалуйста, около ФБР и следите, короче, я когда они будут выезжать. Вы там уже собрались ехать, можно? Они дебилы, их 5 человек, я увольняю всех печенек, которые не пришли. Подождите, кстати, вопрос. А кто такой Якудза Такеши Куросава? Заместитель лидера Якудза Козноса, Warlock MC, Russia Mafia. ФБРский крыс, в общем. Так что он у нас сидит? Нет, это же не ФБРа просто. Пакистан Виндетта. Вот, да. Я просто Мика стою, вас жду. Машины пока что будут подготавливать. У него все роли. Ну, что это за чепудрило? Я не знаю. Чепудрило, вот что это. И ник у него, Савелий, только что был какой-то там. Савелий что-то там. Сейчас я ему все сниму. А, все, он переименовался. О, хорош. И прогони его с канала как-то. Как? Блодик отхился.
Ну если что, этот Фрэнсис, в этот самый, в Global RP кидай, про разбить конвой. Вот наркотики есть? Клим, что за... Извините. Ну пока устраиваем машину в парку. Ой, Пантик печатался в землю. Ну короче, этот самый говорит, этот, как его, адвокат. Так, хочу сказать про владение наркотиками. Во-первых, где доказательства, что это его, блядь? А ну привет, ребятки, как ты меня там назвал? Чапудрилой? Да. Ты чё, бессмертие приобрел? Да. Короче, этот, не Паш. Особо. Да? А ну заткнулись, пока да, все... Ну, я спросил, кто это? Мне никто не ответил. Как ты меня назвал? Подожди, как ты меня назвал? Ты правильно услышал. Да, я правильно услышал. Ну, ты спросил, как, я тебе ответил. Смотрите, сейчас я минус тролли и выхожу то после этого. Унава. До свидания. Что, если вы не будете следить за своим языком, я поснимаю здесь всех, предупреждаю сразу. Здесь незнакомый человек, который вас ни разу не оскорбил. Ведите себя, пожалуйста, хотя бы немного уважительно к людям. Потому да что ладно, я пришел сюда проверить вас каждого. На ваше поведение. Вы не уважаете людей абсолютно. Этот человек, например, я был под клинком, пришел вас здесь сюда проверить. На ваше поведение. Вы себя вести абсолютно не умеете. Просто жди, кто-то сказал. Подожди. Я сидел здесь около 5 минут сейчас. В итоге я не сказал ни одного слова и услышал одни оскорбления в свою сторону. Хотя я и слова не сказал. Этого человека в УПГ больше не будет никогда. Теодор, на сервере извини, также. Конечно. Можно я скажу, вставлю пару слов? У нас обычно как-то все полегче, но сейчас у нас да, просто начался какой-то пиздец. Да. Просто Пашу сейчас хотят загрести с РП в свою сторону. То есть они не знают, откуда РМ сотрудничает с ЛКН, они закидывают крыс, они вообще откуда они знают, я вообще не понимаю, что происходит. То есть ГОСОМ вообще какая-то хрень творится. Так и должно быть, крыс закидывают, это называется вербовка агентов ФБР. Хорошо, откуда они знают, что я якобы сотрудничаю с этого, с ФБР? Ребята, объясните мне, я должен заниматься этим делом, когда из ГС? Вы думаете, у меня обязанностей мало? Или я буду ГС занимаются. Нашему ГСу не предоставляют доказательства. Я сюда пришел четко проверить. Вообще по другой причине я сюда пришел. Четко проверить ваше поведение. Проверяются абсолютно все. Вы были в последнюю очередь. Я зашел сюда с твинка, услышал неадекватное поведение в сторону обычного игрока. Данный персонаж снят навсегда и больше в ПГ не появится.